Здравствуйте, коллеги, это ProDexpo 2021, и с нами сейчас один из спонсоров пресс-центра retail.ru. Здравствуйте, представьте свою компанию, замечательную FitoClock. Хочется узнать про ваши победы и хочется узнать про ваши решения на следующий год. Ну, как вы уже сказали, да. Здравствуйте, меня зовут Елена, компания у нас «Здоровое питание», и одна из торговых марок – это FitoClock. Чем мы занимаемся? Это замороженные овощи, ягоды, но в этот раз мы представляем вот наши котлеты веганские, безмясные, нутовые, чечевичные, фалафель. И, конечно, у нас хит сезона и хит, наверное, сегодняшних проб – это наши снеки, как раз здоровые, не вымоченные ни в сиропах перед сушкой, очищенные и очень вкусные по обратной связи. Я, так как производитель, конечно, буду раскрашена. Вы же сами пробовали. Скажите мне, как наши снеки? Скажу, как на духу. Пробовал яблочные снеки. Очень вкусно. Не сухие, очень нежные, вкусные. Мне очень понравилось. Спасибо большое. Очень приятно. Это очень, как раз как производителю, лестный отзыв. Это наш спонсор, поэтому, конечно, нет, я шучу, я правда попробовал, это правда было вкусно, мне правда очень понравилось. Теперь я вижу, что вот у меня не было этого микса, вот теперь вижу в ваших ручках, очень надеюсь, что наши беседы... Прекрасно. Расскажите, как вы пережили локдаун, что случилось с рынком конкретно вот таких здоровых продуктов, насколько человек, сидящий дома, задумывается о здоровом питании, вот все-таки упал спрос или наоборот поднялся? Как раз благодаря тому, что сначала люди, сидя дома, начали заказывать доставку абсолютно разной еды, немножечко стали больше, после этого активно стали как раз заказывать то, что у нас с низкой калорийностью. У нас котлеты как раз с низкой калорийностью и в большом количестве заказов. И родились снеки как раз в этот момент. У нас как раз заказчиком был наш клиент, который покупает котлеты. Я имею в виду дистрибьютор, который к нам обратился и попросил. Просил, говорит, ребят, пожалуйста, вот эта красная сушка, нам очень нужна, могли бы вы заняться, у вас уже производство хорошей продукции. Мы посидели, подумали, посчитали, испробовали, оказалось, да, все круто, и произвели. Соответственно, мы как раз наоборот, благодаря пандемии, кратно выросли. Это здорово. Получается, люди полгода вначале не думали ни о чем, поняли, что показывать свое упругое, накачанное тело не придется, и начали кушать непонятно что, а потом поняли, что рано или поздно все-таки с локдауна выйти придется. И желательно все-таки не выкатиться оттуда, а быть здоровым и красивым. Да, это здорово. Какие-то новые планы? Может быть, и вот этот новый продукт, который вышел только-только, но, может быть, в голове держится еще какой-то новая ветка? Да, да. Мы хотим делать супы, также замороженные шоковой заморозкой. Это очень удобно. Сейчас динамичная жизнь. И не всегда продукты, которые по подписке ты заказал, их нужно съесть в течение 3 раза в день есть. А здесь ты заморозку поставил в морозилку и мог уехать куда-то, улететь, вернуться и снова есть. У тебя есть первое, второе, и все это здорово, ты ешь и, в общем-то, счастлив о твоем рационе и здоровье, мы позаботимся. Спасибо. Большое. Здорово. Я радуюсь, что здоровое питание теперь это несложно, что можно оставить себе сразу рацион на месяц, доставать из холодильника, при этом при всем ни в чем себе не отказывая, главное в здоровье. Да, да, все верно вы сказали. И приходите к нам, пробуйте. Мы в пресс-центре у нас как раз есть девушка, можно приходить и попробовать нашу продукцию, промоутеры. Она вас и угостит, и подарит, даст с собой. Мы с удовольствием придем. Друзья, тоже заходите на нашу выставку ProDexpo 2021 и пробуйте наши продукты. Спасибо большое вам за общение. И вам спасибо огромное.